Итак, всем привет, ребята, снова видосик. Вот, копаете 300 рублей, 3000, сейчас мы заработать сможем. Поехали. Теперь в такси. Что, никаких косяков не будет. Это что у меня? Сейчас копнулся. Ну, все нормально. Оп. Беремся. За смену. Погнали. Все жигули стоят в ряд. По-моему, тоже хочу шуметь. Школьной формы. Такой результат показал. Все. Поехали. Газельки-то ездят. Короче, сейчас надо за этот стрим мы качнемся, думаю. То есть это видос. И мы поедем в автобусный парк на сегодняшнем видосе, ребята. Попробуем. Чуть побольше, может, видос будет. Чем 40 минут. Ну ладно, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, 200 22 93. На карту я за сами смотрю. Почти 60 тысяч мы заработали с вами отлично. На нафиг догнал, утопил еще, ё-моё. Ой, дебилы. Да, бля, вс, ехал я, нормально. Ч, куда он поехал? Да, надо было там перестроиться, но ну, не, если вот этой тачке так работает, как на автобусе, то это неинтересно, конечно. Если же все-таки есть расписание небольшое другое, то тогда это интересно будет. Но мы сегодня узнаем за видос. Потому что я думаю, мы сейчас быстренько всех клиентов развезем. Сейчас пока мало получим экспишек нам. Не, смотри-ка, вне зависимости от того, что. Побег из тюрьмы. Интересно, но не в моем вкусе, я в тюрьму очень хочу в этой игре попадать. 23, 3, 8, 8, 9, хорошо, у меня 24 почти. Я думаю, мы сейчас быстренько все это сделаем.
Что можно было проехать еще, наверное. Чего, курьером она работает, а я вот. Да, ну что уже. А, блин, ловушка. Даже не только сейчас, а сейчас. Я вообще ничего не слышал в такси, ну. Пока только одного клиента сами развезли. А вечерком опять будет стрим, да? Мог бы сбросить скорость. Может быть, вообще не зажить на тротуар. Подождите. Надо было кто-то из Микки ехать.
просто водитель даже тут музыка. Может, все сейчас я тоже знаю. Ничего так. Прикиньте, его сейчас мы... здесь. Не херню хотя бы взял? Нет, куда-то в район этого. Не знаю, это о чем просто говорить, так что слушайте рев мотора и гробовую тишину в РПБоксе. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте делиться с друзьями в ВК. Все будет все, что в описании. Подписывайтесь на каналы друзей, которые будут тоже, кстати, в описании.
День, да, на разъединиться же. Вот они, не двойная, а сплошная почему-то. Если по брошадке не хочу заезжать, то сейчас посмотрим, где здесь где-нибудь заезжать должен быть. Вот он, к примеру. Саш. Да. Нормальный велосипедист. Велосипед точнее тут нос. Воркал из фаба. Боже, бог, что ж там уже, ну оно. Конечно, так же, как эти автобусы не ездят. Я так думаю, что смысл на то. Блин, рано опять повернул, дурак. Взяли перешеек, по которому можно было переехать вот сюда, но, по-моему, нет. Смотрим. Не, нет, ладно, здесь проедем. Немножко с нарушением, но... Нет, то есть, возможности сюда переехать, а могли бы и сделать. Мне кажется, у этих такси такое же расписание, маршрут, как и у автобусов, я так думаю, ребята. Просто тачек транспорт поменьше. Здесь как-то немножко не соответствует с дорогой, но ладно.
Нет, не хочу. Давай, удачи тебе. Не советую, у меня видеорегистратор стоит в машине. Слышишь? Ну вот так вот видеорегистратор скажешь, так сразу перестает бить. Что даем? Не, на этот раз не здесь. Ты где-то около больнички, по-моему. Давай сегодня чуть больше куда съебает. Конечно, когда ведется бы завтра давай, но... Больше будет. Все, на время еще. Угу, в банду, помню. Видеорегистратор, ты имеешь в виду, видеозапись ведется. Видел спинишься. Так что завтра то мы. Завтра вы все тут увидите, ребята. Блин, там повернул. Ну ладно. Блин, сейчас главное, чтобы по броне улетело. Это обидно будет. Мы только 20 минут сыграли. По записи не видел. Двадцать четыре, восемьсот двадцать, что-то маловато. Блин, нам бы за сколько там? Да. Проезжай. Ну все, денег с тебя больше могут платить.
Так что лайк, подписчик, коммент. Я не вижу, какой там свет. Я говорю, как есть с чем. Какой-нибудь охоп. Завтра не будет ни видео, ни стримов, а вечерком будет, как обычно, стримчанские видео. Короче, если под стримом, под видосом вот этим бокс наберется. Ого, 25214 сразу же. Давайте тогда, если мы, конечно, с нарушением будем, вот это он там дает. Блин, так багает игра вообще, как бы сейчас не вылетело-то. А ты пишешь в комментариях, это из-за видеокарты или из-за чего? Какие лаги? А я вижу, где он стоит, ну, как мне туда подъехать? Давайте здесь аккуратненько, да, наведем на бордюрчик. Может, по-другому к нему все равно подъехать будет. Все аккуратненько так заедем. Сюда аккуратненько подъедем. Здесь ехать будем, еще здесь нормальная дорога. Ну и все, 8 клиентов уже отвезли. 9-й. Я так думаю, на клиенте на 10-м, на 11-м у нас будет все замечательно.
Ну там где полицейские машинка, мы заворачиваем. Блин, тут рядышком много, давайте-ка проедем, здесь, по-моему, сплошная должна быть закончится. Дорожник сплошной и далеко не поеду. Не любили ли рата в этой игре наши правила, но, блин, приходится. Если разработчики не могут нормально сделать все, чтобы, блин, подъезды были. Или хотя бы люди у обочины слезали, или там садились все обочины, чтобы было проще. Ну, 25 418. Хотя давайте на чем мы сделаем, мы же, по-моему, там мы если один раз это сделаем, то мы не столько потеряем, где-то в районе суточки, если один раз уволимся, то лишь как бы у нас этот достижение наше сохраняться, но чуть-чуть потеряем, по-моему. Просто не хочу 25 тысяч. А в принципе за стрим там их наберем. Так что это лайк, подписка, коммент. 10-й клиент. 30 минут уже играем. Городка, хоп. Не, разработчики молодцы, но вот все-таки мне кажется, что у меня с видеокартой какие-то проблемы. Пишите ваши догадки в комментах. Ну, можно, конечно, с дальнейшей прорисовки поиграть, так сказать, чтобы, может быть, из-за этого все-таки баги. Немножко срезать, да, конечно, нафиг. Да, можно было там брать, но она. Спасибо одному из подписчиков, который мне подогнал тачку. Деньжат тачку. Скилл я сам уже купил на свои деньги. Я в игре, кстати, ни разу не донатил, так что, ребята, подписывайтесь на канал, можете. Кстати, давайте посмотрим, кто у нас там, что у нас там есть. Посмотрим, они здесь. А, или нет, здесь правильно. Только они здесь. По-моему, это здесь. Давайте сейчас посмотрим. Рефералы. А, никто не менялся, по-моему. Я уже 167 часов отыграл. Ладно, поехали. Ну, поехали, поехали. Да, почему бы не сделать так, что там поторопить, когда клиенты, знаете, там у них уже срок подходит. Писали бы поторопись, клиент сейчас уйдет к другому таксисту. Кстати, могли бы рацию в такси сделать. Но назад, по-моему, идет на каком-то этих кнопках, чтобы можно было как в настоящем такси переговариваться. Это было бы круто. Так, даже паузу ставить не было, сейчас вернусь.
Следуем. Да, потому что это все. Опять по сплошной операции хочу снова. Почему бы здесь не сделать бы? Ну, я надеюсь, что все-таки не сделают вот здесь эту... Разделят эту сплошную и сделают нормальной линией. Заезды слеза. Давайте-ка на время уволимся. А это может быть, конечно. Что там, стена что ли? Невидимая. Да, тут стена. Тут ничего нету. Как бы нету. И как бы есть. Ну ладно, поехали, сейчас съездим в этот. Пусть так сильно время уйдем. И сразу же устроимся, чтобы нам это не потерять рэнк. Наш ранг. Ну если что, за стрим мы накопим его. Даже можно чупать, что он скажет. Так, давайте там куда 11 клиента вести, если что. В принципе, можно и на такси туда доехать, я брошу там. А, улица же, сука, знаешь, точно. Ну ладно. Да-да, мимо проедем. Что я не хочу пока выезжать. Покатаем немножко, чтобы время. Не нарушает ли газелист правила, как вы думаете? Пишите в комментариях. Мы сейчас с вами попробуем устроить себя водителем автобуса. Тем, как там написано, просто водителем. Посмотрим, что с водителем автобуса они сделали, кстати. Но это прикольно, кстати, ребята. Даже очень интересная профессия. Прям мне охота отсюда уходить, но придется. Я знаю, что миссия провалена. Ваш клиент вас не дождался, смена закончена. Вот я этого и ждал. Чтоб мы с минусом не закончили. Точка сразу же, вот она. Ты пахнешь куда-то. Ну, то есть мы уволимся, чем мы потеряем. Да, уволится. Пока. А, так. Ладно, запомните, что у нас какой он был. Так. Сейчас нам надо куда-нибудь бегать и найти велик. Сколько мы без машины, да? Вспомнил, я далеко бежать тогда.
респауна, наверное, недалеко бежать. Проще так куда-нибудь бежать мне. Ну ладно, убежали. Если что, я за кадром это все закончу. Так, давайте-ка я паузу пока сделаю тогда. Это я подъезжаю уже к нашему автобусному парку. У меня какие-то считанные секунды остались. Сейчас заодно и посмотрим тачку. Через ней съездим на завод, посмотрим, что там. Как там работать теперь стало грузчиком. Сколько платят за ящик, посмотрим все. Давайте вот здесь. Оп. Все, никому не должен мешать. Пошли. Устраиваться, работать. Ну, как-то... Ага, смотрите-ка. То же самое сделали. Так. Показать категорию. Он сейчас водитель. И своя газель. Угу. То есть, в принципе, давайте попробуем. Ну-ка, давайте. Перезайдем. Такой вот як. Ну-ка, давайте кустом заблудим. Так, заработать. А, без ДТП. И... Ну ладно, давайте попробуем. Вот, скилл сменился. Так, ладно, давайте. Любой лазик сядем. Вот он, да? Нам понравился этот лаз. Так. Это транспорт не нашей должности. В чем разница? Ну-ка, это что скажет? Скажет, пошел ты нафиг, не снимай. Так, блин, паузу. Ребята, мы забираем наши деньги. Все, из игры вылетел. Кстати, остался в профессии. Ну-ка, подожди. Ага. Так. Давайте попробуем. То есть теперь если автобусы. Сейчас он сколько на тут заработаем. И как тут он стоит? Маршрут интересно. Давайте посмотрим. Где он? Вот это да. Вот это круто они сделали. Блин, респект им, ребят. Так что завтра предлагаю вам, ребята, поездить на этой маршрутке немножко. Посмотрим, что будет. Ну, сейчас так. На маршруте К-121. Нормальная. Ребята, кстати, это очень даже круто. Так же, как в такси. А, боже. И чё мы тут посмотрим сейчас, что тут вообще. Ох, ничего себе, тут маршрут-то, кстати. Вот, это они, кстати. Я по привычке, по автомобильной. Ряда-то круто. Не знаю, у нас большой маршрут, маленький маршрут. Сейчас узнаем. Блин, моя мечта забылась. Они переработали автобусы, ребята. Теперь будет все окей, Масон. Я так надеюсь, что он небольшой. Ну, конечно, здесь без ДТП не обойтись, но... Ну, это круто. Так же, да? 10 минут, так ждем. Давай, уже 10 минут прошло. Если с такси все ясно, то здесь не ясно ничего. Ты куда мы едем? Можем дальше? Хрена маршрутик у нас тут. Сейчас сколько мы за него сейчас получим?
таком маршрутном такси нормально так. Да. Ну, короче, это если под этим стримом наберется. Под этим видосом наберется 10 лайков, хотя бы 10, то мы будем работать здесь завтра. И стрим будет называться по-другому уже. Мы с такси тогда на время уйдем. Я не знаю, как там днем будет. Все-таки. Угу. Коллега наш. Тут странно, если даже остановки нету, но. Ну ладно, значит, будет в скором времени. Ну ладно. А как мы сейчас маршрут будет пролегать? Интересно. В Airbox'е, по крайней мере, это русские автомобили используются, не все. То бишь, там надо сначала на газельке покататься, только потом нам будет доступно на автобус. Ну это крутяк вообще-то, ребята, изменения мне нравятся в Workbox'е. Наконец-то они перебрали этот автобус грубый. Добавили туда такой же смысл работы, как у всех, но что-то они как-то его немножко криво делали, что. И как нам тут будут зачисляться бонусы? Эту кнопку нажал. Склеивать придется. Короче, ладно, это маршрутка закончу уже на паузе, тогда поставлю пока запись. Как закончу маршрут, тогда включу запись. Всем удачи и встретимся скоро. Ну ладно, дом будем потихонечку заканчивать, ребята, или все как-то склеивать еще. Потому что случайно не в кнопку нажал вместо ну паузу сделать, я случайно остановил запись, потом включил снова паузу, включил снова, короче, такая птушка уже. Ну там сейчас еще одна. Ну и все. Потому что я чуть хуже. Торопка. Да что все будут мокнуть? Я не знаю, сейчас посмотрим. Если не все, то тогда я срезов снимусь на еще. Смотри, что у нас будет. Сейчас маршрута. А, уже можно было что-то оставить. А, ну все, тогда получается, наверное, заканчиваем линию. Да, судя по всему, все. Конечно. Угу. Ладно, ребята, давайте этот маршрут мы уже оставим на потом. Так что да, ребят. Вот тачку оставим здесь. Здесь. Ну, есть такие водители в этой игре. Даже не свой изволят починить, да заправить. Все. Ну, все правильно. Вылезаем. Никакого счетчика нету. Понятно. Количество рейсов один. Нормально. Один рейс мы сделали и хватит нас. Давайте пока здесь не увольняться, посмотрим, что тут имеется просто. Вон. Вот,
сейчас пока не спасаем тогда. О, ну раз, давайте прощаться тогда. Вон, сколько машинок. Ой, извини, родная, ну-ка. Закрыто хоть? Да, закрыто, а? Чё-то посмотрим, чё она. В целости ещё? Ещё целая тачка? Нет. Баб полный. Дай. Ладно, рад. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч.